2016 год оказался богат событиями. Был принят закон о коллекторах, в полную силу заработали карты МИР. ЦБ составил правила санации банков и продолжил активно отзывать лицензии. И в ходе прополки банковских грядок многие вкладчики познакомились с понятием «тетрадка». Команда «Банки ТВ» весь год старалась держать вас в курсе событий. Мы снимали репортажи о банковских конференциях, брали интервью у ведущих представителей отрасли, а еще помогали простым людям разрешить споры с кредитными организациями и добиться справедливости. Да, началась белая полоса, вот, и я хотел бы еще раз поблагодарить вас лично и всех сотрудников портала Банки.ру за как бы благополучную помощь мне в возвращении моих финансовых средств, значительных средств. Я обещал, что не обещал, а сказал, что возможно через месяц я вернусь, но вот все-таки уверенность в финансовой честности банка ко мне так и не вернулась. Порталу Банки.ру прежде всего огромное спасибо. С вашим участием на самом деле этот вопрос мы решили, а без вас бы я не знал, на какой инстанции бы этот вопрос закончился бы, или, может быть, вообще не был бы решен. Поэтому хочется сказать огромное спасибо порталу Банки.ру, вам непосредственно, что отозвались на мою, так сказать, просьбу. Значит, я приехал в этот Сбербанк, проверил, поступили мне эти деньги или нет. Вот. Проверил, да, деньги пришли, наверное. Огромное спасибо вашему кварталу Банки.ру за то, что они помогли мне все это, как говорится, возвратить. Снялся в съемке канала. Что вы думаете, буквально через 3 дня раздался звонок со Сбербанка страхования. Я моментально на следующий день утром уже приехал, и в суть вопроса вникли. И в течение 2 дней мы еще раз встречались с ними, и ситуацию мы разрулили благодаря вот вашему сайту. И вот эта цепочка замкнулась в течение 10 дней. Мы поздравляем всех посетителей портала Банки.ру с Новым годом. Команду Банки.ру с Новым годом. Мы благодарим всех за то, что помогли нам в нашей нелегкой финансовой ситуации, оказали нам помощь, поддержку, квалифицированную финансовую консультацию. Поэтому Банки.ру – один из самых авторитетных порталов, который может помочь человеку в нелегкой ситуации. Наша ситуация еще не завершилась, но мы уверены в том, что победа близка. Желаем вам в новом году больше энергии, здоровья и, конечно, финансового благополучия. В наступающем году я просто желаю для всех граждан благо. Пускай у каждого оно будет свое. Кому-то здоровье, кому-то там побольше денег, кому-то там еще что-то. Кто-то видит, самое главное, вот в моем случае, это счастье, здоровье его детей, его семьи. Поэтому в наступающем году я всем желаю вам всех благ, чтобы у вас было поменьше проблем, чтобы у вас все было хорошо. Поздравляю с Новым годом. Желаю, чтобы было все хорошо, и надо оставаться патриотами, вот, любите, как говорится, свою родину и относиться к людям очень с хорошей стороны. В этом новом году у всех все было хорошо, чтобы, как говорится, наш, как говорится, красный петух не подвел нас в этом году. Улыбайтесь чаще, потому что вашей улыбкой вы поднимете настроение тому, кому вы улыбаетесь. Для вас она ничего не стоит, а для человека кто-то в беде, она взбодрит, кто-то, значит, в горести, кто-то болеет. И вот даря вот вашу лучезарную улыбку, девчата, вы помогаете многим людям, поэтому позитива и чаще улыбайтесь. Желаю вам всем финансового благополучия во всех ваших начинаниях, успешных инвестиций, крепкого здоровья вам и членам ваших семей. Помните, что самые лучшие и самые приятные инвестиции, самые быстро окупающие, это все-таки инвестиции в собственное здоровье. Команда Банки ТВ присоединяется ко всем поздравлениям и желает вам в новом году приумножения финансов, низких кредитных ставок, честных страховок и бесперебойной связи. А если возникнут проблемы с банками, страховыми компаниями или мобильными операторами, пишите нам. Помните, Банки.ру всегда на страже ваших интересов. С Новым годом!